приключения Лесси. В ролях Ди Волоч Стоун, Кристофер Стоун, Уилл Ниппер, Венди Кокс, Джон Провост и Лесси. Оператор Роберт Карамико. Дрессировщик Джон Уэзервокс. Продюсер Джон Уорд. Авторы сценария Кристофер Стоун и Брюс Кэмерон. Режиссер Деннис Донелли. В 7 утра в субботу. Лучше бы это был. Мэг! Мэг, что там? За дверью пингвин. Здорово. Он огромный. Пингвин на лужайке? Меган, что с тобой? Папа! Это не пингвин. Это мой брат. Он вернулся. Ты надолго? Мы получили твою открытку. Ты отлично выглядишь. Мы скучали, дядя Стив. Правда? Я был на вечеринке компании Alaska Airlines. У нас есть фотографии, Стив. Ты надолго? Жаль, что нельзя отложить встречу. Нехорошо оставлять Стива без присмотра? Что он может натворить за несколько часов? Думаешь о катастрофе? Пока. Пока. Лесси, ты хочешь помочь? Лесси. Привет. Привет. Кажется, мне понравился костюм пингвина. Мне тоже. Нам нужно закончить с этим, дядя Стив. Думаете, я позволю вам работать в субботу? Нам нужно закончить. Да ладно. Суббота — время развлечений. Вот бы попробовать. Здорово! Будь серьезней. Фантастика. Он спускается. Здорово! Ты тоже попробуешь, Уилл? Дядя Стив, у меня строгие родители, и нам следует... Следует? Это лишь полет. Я полечу. Нет. Доверься мне. Что он может сделать за пару часов? Похоже на него.
И где же они? Милые, они могли пойти перекусить или еще куда-нибудь. Это-то меня и беспокоит. Я знаю, Стив иногда безответственен, но... Ди, я люблю брата. Ну, давай все-таки взглянем правде в глаза. Он неплохой человек. Попробую поискать их. Может, получится? Я лечу, лечу, лечу! Лечу! Осторожней! Если увидите их, сообщите нам. Спасибо. Я позвонила в пиццерию, в кафе и Арни. Их никто не видел. Кому ты звонишь? Себе. Он уехал на моей машине, там есть телефон. Уилл, не двигайся. Хорошо. Не отвечает. Подожди. Стив, где ты? Лесси? Лесси? Алло? Алло, кто там? Кто это? Алло? Никто не отвечает. Алло? Папа? Это папа. Мэг! Мэг, ты должна позвонить. Телефон не работает. Тогда возьми машину. Я не умею водить. Я боюсь. Ты боишься? Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети. Перезвоните позднее. Крис, ты сегодня звонил по этому телефону? Нет, а что? Последний номер должен остаться в памяти. Алло? Планеры? Алло. Помогите мне, пожалуйста. Что?
Я не слышу. Что? Несчастный случай. Алло? Мэгги! Милая, нужно на всякий случай остаться здесь. А если они не у тёса Кабрила? В конторе сказали, что они должны быть именно там, может, поэтому такой плохой сигнал. Не волнуйся. Ну, хорошо. Вы должны быть дома. Алло? Мама! Меган! Тебя плохо слышно! Меган! Меган! Крис! Крис! Держись, Уилл! Я пытаюсь! У меня получится. Давай. Мэг, скорей! Не могу, я застряла! Спасибо, Лесси. Не двигайтесь, дядя Стив. Уилл, ты в порядке? Вроде да. Где твой шлем? Упал. Уилл, мне жаль. Мне тоже. Я брошу ее тебе. Скорей! Держитесь! Уилл, там наверху есть пенек. У Лесси получится обвязать вокруг него веревку. Да? Попробуй! Давай, Лесси, ты сможешь, ну давай, вперед! Скорее, Лесси, ну давай! Давай, Лесси! Отлично, Лесси! Почти получилось!
она наверху. Вокруг, Лиси. Вокруг пенька, Меган, покажи. Вокруг дерева. Вокруг, Лиси. Молодец, продолжай, Лиси. Меган, у нее получается. Держи, Лиси. Уилл, ты можешь достать до веревки? Не думаю. Я попробую помочь. Они упали, и я пыталась позвонить. Все хорошо, Мэг? Лесси обвязала веревку вокруг дерева. Осторожнее, Уилл! Хватайтесь! Дядя Стив! Держись за веревку, Уилл. Держись. Уилл, осторожней. Держись, сынок. Держись. Молодец, Лиси. Молодец, сынок. Вот так. Иди сюда. Давай. Все. Ты в порядке? Осторожней. Хватит, Крис. Это был всего лишь несчастный случай. Дети в порядке, и уверена, Стив чувствует себя ужасно. Он хочет быть Питером Пеном, отлично. Но при чем тут наши дети? Я все ему выскажу. Что он так долго? Уже целый час. Стив! Стив! Мила, авиапочта. Что там? Тут написано, я уехал. Мне ужасно стыдно за все, ты знаешь. Крис, я очень уважаю тебя. И даже завидую. Я никогда не говорил этого, но ты всегда был старше меня. Стив. Жаль, что он не сказал этого сам. Крис?
озвучен студией «Инис» по заказу компании «Central Partnership».